Итак, друзья, предоставляю очень вам классный сервис, называется AnyTu, это от компании iMyPhone. Чтобы понимали, вы можете менять геопозицию на ваших Android-устройствах и iOS-устройствах. То есть это будет касаться не только ваших гаджетов, точно так же будет касаться того, что вы можете это делать в каких-то приложениях. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, друзья, хочу напомнить вам, что у меня есть друг, который помогает законным путем вернуть вложенные средства за донаты в играх по всему миру. Возвраты производятся как в App Store, так и Play Market за период от 60 дней до 540 дней. Есть возможность также помочь тем людям, которые заморозили учетные записи за самостоятельное вмешательство возвратов. Поэтому, чтобы избежать таких нелепостей, советую обратиться к данному человеку. Все данные будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Итак, друзья, небольшое знакомство с данной программой. Что же нам предлагает компания iMyPhone AnyTu? То есть, это изменение местоположения GPS на iOS и Android устройствах. Спланируйте маршруты на карте, чтобы двигаться вместе с настраиваемой скоростью. Работа с приложениями на основе местоположения, таких как AR-игры, социальные платформы и так далее. То есть, что имеется в виду? Если за вами кто-то следит, вы можете выдать фиктивную точку местоположения, либо движение, задать скорость. Или же, если вы играете в какие-то AR-игры, вы, не выходя из дома, можете это делать с помощью данной программы. Так, первое, что нам нужно, это подключить наш телефончик к компьютеру. Идет синхронизация. Потребуются какие-то разрешения, даете разрешение. Наш телефон сейчас определяется по данной геолокации. Вот что мы здесь видим. Мы теперь можем назначать нашу точку назначения. То есть, где мы тыкнем, тапнем, где нам удобно. Нет, можем прописать в верхнем окошечке конкретное место назначения, и оно будет там отображаться. То есть, как мы запрограммируем, так оно и отобразится в нижнем списке истории, сохраненной каждая точка, каждая пропись, она будет отображаться. Мы можем программировать наше устройство, какая вам точка понравится, такую и поставите. Вот, она так само будет отображаться у тех людей, которые за вами следят. Ну а в данной позиции мы сможем добавлять две точки геолокации, то есть где, как мы будем двигаться с точки А в точку Б. То есть мы можем назначать в этом вот окошечке, опять же, те сохраненные выбранные, назначать скорость вот этим вот ползунком, то есть как, с какой скоростью мы будем двигаться. И как бы настраиваем тот маршрут, который нам будет нравиться. И естественно, опять же, напоминаю, что все это будет точно так же отображаться на тех устройствах, круг друзей ваших или кто там за вами следит. А вот это меню уже нам позволяет то, что мы можем добавлять несколько точек. То есть полноценный маршрут по точкам мы можем назначать, опять же, в те списки, которые были. То есть они отобразятся, мы можем отредактировать, добавить. Все то же самое, скорость абсолютно, наше передвижение, корректировка. То есть назначайте полноценный маршрут, как вам нужно. Вы так будете двигаться, определенное время, которое вы назначите. И так же самое оно все отобразится на тех устройствах, кто включен в доверенные лица, чтобы смотрели за вами. Ну, как понимаете, это еще круче, чем с точки А в точку Б двигаться. Вы полноценно можете построить маршрут на весь день, и он абсолютно будет двигаться так, как именно задали вы по точкам, и без каких-либо ошибок, точно везде так само отобразится. Ну и последний подпункт нам позволяет редактировать просто наш историю, то есть то, что мы уже сделали, то, что мы можем задать с вами, то есть как она будет отображаться по точкам, по перемещениям, все полностью можем корректировать, задавать, изменять, удалить те, которые были, назначить новые сами, то есть кто проверяет по списку истории, именно где человек был, как это обычно определяется по Wi-Fi точкам там или еще где-то, неважно, то есть мы можем это все дело корректировать. И самое главное, то, что я хочу сказать, разработчики поделились со мной 5 лицензионными ключами на данный сервис, на данное программное обеспечение. Поэтому, чтобы принять участие, что вам нужно? Подписаться или быть подписанным на канал, оставить один лайк, закрепить ссылку видео или моего канала в любой соцсети, в комментарии указать вашу соцсеть не ссылкой, а описанием, чтобы не заблокировал ваш комментарий, потому что у меня стоит модерация на ссылке. А самое главное, чтобы были открыты ваши соцсети, ваш канал, чтобы я мог проверить. Последнее то, что ваш комментарий должен быть оставлен не позже 2 дней с момента публикации этого видео. Все, что будет на последующие дни, 3-4 и так далее, эти люди уже не смогут принять в данном розыгрыше. Поэтому соблюдайте все условия. Если что-то непонятно, будет все закреплено в описании под видео, также в комментарии закрепленном.
Всем удачи!